За счет чего ваша команда одержала победу в этом матче? Ну, я думаю, что за счет, в первую очередь, волевых качеств, морально-волевые включили ребята, потому что сами видели, что было очень тяжело, и ноги сводило, и усталость накопилась. После предыдущей игры, как вы знаете, тоже со столицей, в которой мы играли 4-3, я думаю, тоже это сказалось. Ну и в конце концов, как бы, больше, наверное, хотели, поэтому и победили. Скажите нам всем, пожалуйста, какие у вас планы на этот сезон? Ну, как таковых планов на сезон нам руководство не поставило, но мы сами придерживаемся такого плана, что на каждую игру выходить и только побеждать. Будут победы, будут очки, соответственно, будет и место. Мы желаем вам удачи. Спасибо огромное.